понял, я понял уже. Давай сяду сюда. Теперь сама моя. Я теперь буду сальса. Джулия, Юлия. О, привет, малой. Не поняла. А что это сапа у тебя делает? Я теперь староста. В смысле староста? А Витя? А Витя все, тю-тю. Давай, вали. В смысле тю-тю? В прямом. Тю, блин, малой. Молчу. Блин, говорю же сразу, ну, украл. Давай, признавайся, ну это ясно. Не мог Витя тебе просто так отдать. Тебя бы на телевану бы точно бы не сделал бы старостой. Давай, признавайся, украл. Ничего я не воровал. Витя просто куда-то уехал. Я честный мальчик вообще-то. И оставил вот эту вот записку. А сову отдал мне. Ясно? Честный мальчик. Ну не может быть такого, чтобы Витя уехал. Мне даже не сказал. И Валентине Ивановне, по-моему, ничего не говорил. Блин, ну мало, ну признайся, ну ты сейчас врешь ведь. Ну не может быть такого, то чтобы Витя тебе просто так бы отдал сову и просто куда-то бы взял и уехал. Я тебе правду говорю. Вот записка для Валентины Ивановны. Всем привет. Привет. Лера, а ну быстро возьми записку, прочитай, что там написано. Ну не может быть такого, чтобы Витя уехал отдыхать еще и без нас. Опа-на. Да? Ну да. Дай сюда. Отдай, это для Валентины Ивановны. Я почитаю и отдам. Ладно. Че ты ржешь? Ну, что ты про себя читаешь? Давай слушай, мне же тоже интересно, куда Витя делся. Сейчас, подожди, Дарин. Ну читай быстрее. Уважаемая Валентина Ивановна, я уехал с любимой на соревнования на Мальдивы, где много кокосов и бананов. Я буду скучать, но не сильно. Ваш староста Витюша. В смысле на Мальдивы? Блин, он меня на речку никогда не приглашал даже. И подожди, в смысле с любимой? А, подожди, и в смысле на Мальдивы соревнования? Как могут быть соревнования на Мальдивах? Это что, кто первый в песке зароется или что? Дарин, конечно, врет, но какие соревнования могут быть на Мальдивах? Кинь кокосом любимой в голову. Ты что, дура? Ты кого дурой назвал? Ну, кто может любимой кинуть в голову кокос? Ты можешь кинуть. Я не буду. Все, Спартак, отстань. Ну, конечно, врет, Дарин. Блин, да ну капец. Ну как он мог со своей любимой куда-то поехать отдыхать, еще даже нам не сказал, своим лучшим друзьям? И вообще, интересно, что за любимый? Почему он нам вообще про нее ничего не говорил? Он же вообще ни с кем не встречался после этой Аньки. Блин, а я-то думаю, что он со мной будет встречаться. Ой, Дарина, кому ты нужна такая нудная, тошнотная, орешь на всех как ненормальная? Ну то, что орешь, Дарина, на всех, это правда. Ой, с тобой бы он тоже не встречался. Так закройся. Сама закройся. Дарин, ты думаешь, Валентина Ивановна этому поверит? Да блин, ну фиг знает эту Валентину Ивановну. В последнее время, по крайней мере, она к Витюше очень хорошо относилась. Поэтому, возможно, она и поверит. Ну, Даринка, подскажем Валентине Ивановне то, что это все вранье. Всем привет, чемпиона встречаем! Оле-оле-оле-оле-оле! Все первые места, ну давайте, поздравляйте уже! Приперся, небось эти медали купил, блин, в каком-то ларьке возле метро. В смысле возле метро, Дарина, ты что вообще? Смотри, первое место лучшему голкиперу. Первое место лучшему голкиперу. Первое место лучшему голкиперу. И первое место лучшему голкиперу. Кто вообще такой голкипер и почему-то у него медали спер? Дурочка, это вратарь. Ну, тогда зачем у вратаря ты медали спер? Вратарь это вообще-то я. Я лучший вратарь своей лучшей команды. Знаешь, сколько эти руки вообще мячей отбили? Ой, да что ты там мог отбить? Сколько эти руки отбили мячей? Ноль. В смысле ноль? За что мне тогда медали дали? Смотри, лучшему вратарю. А я не понял. Ты что вообще за моей партой сидишь? Короче, Димон, я тебе сейчас все расскажу. Она влюбилась в Витю. Валентина Ивановна туда ее пересадила, и она нажрала себе вот такие вот сисяндры, чтобы... Триндиш, дурак. Сама такая. Хорошо, так подожди, в смысле пересадила? А я тогда теперь где сидеть буду? А ты теперь иди на мое место садись. Ну, потому что первая парта уже занята. Аня и Паш, они на каждый урок, блин, целуются. Да алло, так не идет, я хочу сидеть на своей парте. Я не понял, а что у тебя вообще Джулия моя делает? Ой, Димон, давно она уже...
ноги твои, она по рукам пошла. Да ты вообще сиди молча, точнее собравищики на свою парту. А ты дури у меня! Да отдай мне мою! Я теперь старая! Значит, придет Валентина Ивановна и правда будет на моей стороне, козлы. Да что ты так орешь из-за этой статуэтки? Ты что, блин, совсем больной? Да в смысле не ред, это мой сделал кто. Ой, прекрати, я случайно простила. Анечка, ты не ушиблась? Да нет, Паш, все хорошо. В смысле, Анечка, ты не ушиблась? Я приехал с первыми местами, первая. Анечка, не ушиблась? Дима, ты что так орешь? Вы что же, вообще совсем обалдели? Она на моем месте, этот с собой забрал. Я первые места забыл, 4 штуки. Мне вообще кто-то поздравлять будет? Да поздравляем, поздравляем за твои первые все места. Иди садись на свою вторую парту. Вообще-то за первое. Чемпионат, я ушла с тобой место. Тратил все время. Да, приехал. Слушай, может, давай ты еще рассказать? Паша, будь дверь, садись на место. Блин, нет, ну вы видели, что он только что сделал? Ну скажите, что мне реально Валентина Ивановна взяла и пересадила туда, видите? Да, все так и было, Дима. Валентина Ивановна пересадила ее и меня. Да, понятно. Да, ну, Паша, ну подожди, ну блин. Что это? Меня пересадили Паша, а ее к Вите, все окей. Паш, подожди. Да что? Да ну что, что? Да мне все равно, как его пересадили, а не к Паше, Пашу к Вите. Я вообще-то староста, как вы вообще со мной обращаетесь? Хочу тебе сообщить, что ты больше не староста, понял? Ну да, староста теперь Витя. Вы что же, вообще обалдели? Как я больше не староста? Я им первая на всех чемпионатах, а меня даже Джулии лишили. Дима, блин, да успокойся ты. Витя как бы ну давным-давно был старостой, пока когда ты еще на чемпионат уехал. Ну, Валентина вам даже Джулию ему подарила. Он ее к себе домой носит и начищает, и моет там. Да, вот так. Дим, ну ты этот, как бы успокойся. Меня Валентина Ивановна правда сюда пересадила. Но ты пока Вити нету, можешь здесь посидеть на вечном месте. Это мое место вообще-то. Хорошо, хорошо, на своем месте ненадолго. Добрый день, дети. Здравствуйте. А солнышко что у тебя делает? Я староста теперь. Шутничок, староста ты, Витя у нас староста. Дал тебе подержать, пока решать школьные проблемы. Ой, Спартак, тебе до староста еще как до неба, знаешь? Не скоро тебе еще старостой быть. Валентина Ивановна, а вы вообще заметили то, что я приехал? На минуточку. Первое место лучшему голкиперу. Первое место лучшему голкиперу. И первое место лучшему голкиперу. Димочка, здравствуй, заметила. Садись на место. Итак, тема урока «Путь воздуха в легкие». Не, это вообще нормально. Я по всему миру. Первые места, медали. Фанаты на руках носят. Друзья даже не поддержали. Не говоря уже о вас, Валентина Ивановна, должны были первое место целовать, отцеловать и 12 по всем предметам поставить. Тетя, какая там тема? Путь легкий, что? Аня, ты понял тему? Паша, путь воздуха в легкие. А, спасибо, Аня. Ты больной? А, я понял, ха-ха-ха, я молодец. Это вы меня специально игнорируете, а там где-то сейчас придет Витя с шариками, с цветами, с тортом. Да, Дрин, я прав, ты специально, ты там миссием сидела? Нет. Так понятно, что ты мне будешь говорить, это все. Я понял. Да, наверное, это правда, доставай тетради, Димочка. Хорошо. Ребята, Витя правда с шариками придет, вы сюрпризы не приготовили. О, Валентина Ивановна, слушайте, вот вам Витя тут письмо передал. Да. Витя? Ну, неси сюда. Письмо, точно, Валентина, это вам Витя передал, чтоб все, ну так вы бы, наверное, не знаете, чтоб я так закрыл глаза вот так вот, и мне тут шарики и сюрпризы, я прав. Наверное, все правильно ты, Димочка, говоришь, я же не знала, что чемпион-то сегодня приедет, а Витя, наверное, как староста уже приготовился. Итак, уважаемая Валентина Ивановна, я уехал... Написал Витя, что давайте проведем уроки, а потом уже обговорим план мероприятий. Так что записываем тему «Путь воздуха в легкие». А, точно, уехал за тортом, чтобы такой хороший сюрприз мне сделать. Да, Дим, только скажу так, этот торт тебе очень долго будет вести. Ну, конечно, долго, там же, наверное, далеко, он в другом городе сказал именной с моей фоткой, с медалями, наверное. Ну, ничего, я подожду. Очень далеко. Ой, Валентина Ивановна, скажите уже правду Диме, что он уехал ни за каким, ни за тортиком, а с любимой на Мальдивы. Что ты закрываешь мне рот? Ты не видишь, ему так плохо. Да мне все равно, пусть знает, что старый...
смысле он староста, и в смысле Витя уехал на Мальдивы? Валентина, я вообще-то не понял, это... Дим, смотри, я тебе хотела, честно сказать, но ты мне просто не хотел слушать, понимаешь? Тебя очень долго не было, тебя пока не было, Витя был староста, и сейчас Витя с какой-то там любимой уехал отдыхать на Мальдивы, а сейчас вот Спартак стал. Первый. Я ж думал, что меня тут принял. Мне даже тортик один дал. Не расслабься, Дима. Отстань. Да не плачь ты так, Дима. Я уже не могу на тебя смотреть, у меня сердце разрывается. На, вот эта нервия покупала, будет тебе. Орешки. Но это не тортик. Это лучше, чем тортик. Для чемпиона, для тебя. Орешки, вот для первого. Это 12 баллов. Поставлю тебе 12 баллов. Ура, 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 ура. Чемпионы.